С 1 октября тарифы на звонки из сети стационарной телефонной связи на сети мобильной стали дешевле на 25% для физических лиц и на 40% для юридических лиц, сообщает национальный оператор связи «Молтелеком». Таким образом, тариф составляет 1 лей 80 банов за минуту для всех категорий пользователей. Это произошло благодаря тому, что была достигнута договоренность с мобильными операторами о снижении таксы за взаимоподключение. Потому что до конца сентября мы около 90-92 банов с каждой минуты должны были отдавать операторам мобильной связи, куда производился звонок. На уровне центрального аппарата в Кишиневе планируется схема подключения частного сектора в городе, потому что мы имеем обращение от потенциальных клиентов, но учитывая серьезные затраты с проводкой оптического кабеля и оконечного оборудования, которое устанавливается в домах.